Всем привет! Вы на канале Игры с куклами. И сегодня мы будем играть в игру в парикмахерской. Точнее, миньон в парикмахерской. Да. Сегодня мы будем сделать из этого... Из такого миньона другого. Давайте ему, например, прочесываем волосы. Вот так. Прочесывайтесь. Что это такое у нас получилось? Так. Давайте их подстрижем, например. Все эти волосы сделаем поменьше. Вот так. Текс. И вот текс. И вот текс. Подстрижем их. Опа. Ну и что у нас получится? Нет. Не туда расчесывайтесь. Опа. Сейчас мы... Так вот поставим и немножко подчекаем еще волосы. Сделаем их ровными. Не получилось. Вот, все такие будут. Тут здесь. Здесь тоже. Здесь получилась вот такая вот красавица. Давайте ей отрастим волосы, чтобы у меня были большие. Такие большие, немножко поменьше, например, вот здесь и вот это вот, а вот здесь вот нужно еще чуть-чуть сделать, так, и подчекаем еще, это мне не те, это не это нужно будет чекать. Чекайте. Все, хватит. Еще немножко подделаем. Так. Вот так. Все. Пойдет. Все это расчесываем. Что это за ерунда у нас получается? Почему у нее глаз закрыт? Вот, пусть будет так. Вот все. Нашего миньона полуглаза нет. Да. Что же с тобой делать? Ладно, сюда себе приделаем. Готово. Хотя половину пусть глаза будет видно. Ух, какой прям... И расческа тоже прям. Вот, пусть так будет. Сейчас мы покрасим такой цвет. Ты будет вот такой вот. Нет, не такой. Сильно... сильно светлый. Во. Вот такой вот можно. Красиво. Еще красим. Хорошо. Есть. Так, вот такая у нас девочка получилась. Давайте ей сделаем корону. Будет она у нас королева. Поменяем очки. Такие вот. Пусть так вот будут. Вот такие вот.
очкарики. Вот так вот. И пусть будут. И какая у меня ручка будет. Уже вот такая. Вот так вот. И поменяю. Что это? А, можно менять фон. Пусть будет он... Какой? Нет. А, хорошо, пусть будет вот такой. Мне нравится. Класс. Ну, наверное, на этом мы закончим. Потому что мы уже ее нарядили. Для его. Ведь это не он. Ладно. Ну, а вы не забывайте смотреть новые видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, а также нажимайте на колокольчик и не забывайте смотреть новые видео. Пока-пока!